На той стороне кратера есть еще одна секция. Вроде она уцелела при взрыве. Потому что она бронирована. Ты нашла пункт управления. Иду туда. Все просто, чисто, логично. Стирание. Прибавление через вычитание. Так будет лучше, Лиз. Один росчерк, и все это исчезнет. Мне не нравится, к чему все это идет. Продолжай. Когда я открыла люк, воздух потянуло внутрь. Потому что в этой комнате не было воздуха. Но здесь же были альфы. Не могу задействовать управление. Доступ альфа заблокирован. Что еще за доступ омега? О, нет. Персонал альфа. Не хочу вас пугать, но выслушайте, что я вам скажу. Это нелегко. В общем, я... Но... Так, не лезьте сейчас в систему, ладно? Я хотел сказать вам о том... Сказал же, прекратите лезть в систему. В общем, короче, я... Не могу перестать думать о тех, кто родится после нас. Невинные, безгрешные люди, наши потомки. Зачем им знания? Это что, дар? Тед, мы уже это обсуждали. В Аполлона встроено больше 3000 условий отказа. Это не дар, это болезнь. Они лекарства, а мы хотим наслать на них наш недуг. Нет, нельзя. Еще не поздно, если мы готовы пойти на жертвы. В этом нет необходимости. Все уже сделано. 3 минуты назад. Я стер Аполлон целиком и полностью, его нет. На жертвы? Это не жертвы, это культурный геноцид, чокнутый ты ублюдок. Тысячелетия истории. Мне жаль. Честное слово. Но чтобы защитить невинных... Невинные должны умереть. Аварийная ситуация. Выпуск последовательно. Всех убил. Теперь ясно, почему. Значит, вот кто вверг нас во мрак невежества. Ради невинного будущего. Безгрешные люди. Поглядел бы он на кольцо солнца. Все знания предтечь. Все, чего эти люди достигли, уничтожено. Обратилось в пыль. Ушло в пустоту. Ушло, как и сами альфы. Нет. Не в пустоту. Когда люк открылся, и их прах разметало по ветру, они стали частью этого мира.
Мир, в котором мы живем, это памятник тому, ради чего они отдали свои жизни. Да, памятник забвению. Не забвению, Сайленс. Надежде. Главный блокиратор. Такой маленький. Осталось убить с его помощью Аида. Мне это. Смотри, не свались. Блокиратор не блокирует силу притяжения. Только не свались, не свались. Ты здесь? Уже ухожу. Что? Здесь наши пути расходятся, Элой. Но сначала я расскажу тебе оставшуюся часть истории. Давай. Я уже как-то раз упоминал, что помогал затмению, но не уточнил, насколько все серьезно. Правда в том, что я был у истоков. Это я обнаружил Аида на этой горе, внутри разбитого Титана. И я служил ему. Что? Он обещал знания и дал их. Такие знания ты не представляешь. А взамен? Создал затмение, культ Аида, его личную армию.
Зачем ты сейчас это рассказал? Ты должна это знать, чтобы справиться. Когда я нашел Аида, первое, о чем он спросил, был Шпи. Не Меридиан. Шпи. Почему так, Элой? Шпиль создала Гея. Какая часть Геи? Минерва. Это модуль взлома кодов. Гея построила шпили для передачи кодов, которые отключили машины Фаро. Остановили процесс переработки биомассы. Аид хочет передать другой код. Пробудить машины, чтобы они снова пожрали весь мир. Да. Исходя из всех данных, я пришел к тому же выводу. Значит, роботы, которых они воскресили, это просто инструменты. Армия для захвата шпиля. Да. Чтобы Аид мог снова уничтожить все живое. Если ты не помешаешь. Рассказывай мне все. Про Аида, затмение. Про все. Это долгая история, Элой. Ну так не тяни. Я нашел визор. В древних развалинах, как и ты, много лет назад. Вот только мой был сильно поврежден. Можно сказать, почти не работал. Я долго изучал его. Пытался чинить. И, наконец, получилось. Мир предстал передо мной в таких деталях, просто необычайных. Тогда-то я и засек его. Слабый сигнал. Кто-то где-то вел поиски, так же, как и я. Два одиночества. Я нашел источник сигнала. Разбитый титан в самой гуще джунглей алмаза. Так ты думал, это титан? Древняя машина? Я не знал, что думать. Я уже видел похожие машины. Клади смерти, например. Но это была другая. Она не была мертва. Она тогда не могла говорить. Я починил и вернул ей голос. Так начался обмен знаниями. Машина интересовалась всем в нашем мире. Племенами, другими машинами. Но первая, о чем она сразу спросила, это шпиль. Что Аид хотел знать о шпиле? Как к нему попасть? Что вокруг него? На чьей он земле? Взамен он открыл мне новые знания о древних технологиях. Он велел мне починить другие визоры. Вскоре у меня их уже была пара десятков. Хватит на небольшое войско. Ну да, на командиров. Мне было плевать. Я узнавал так много. Физику, алгебру. Ты не представляешь. А Карха Тьмы? Они тут каким боком? Раскол внутри племени был мне на руку. Такая возможность. На руку? Вот так значит? Да. Половина племени оказалась в изгнании. Мечтая, как вернуть себе Меридиан. Они религиозны, легкая мишень. Я просто представил им Аида как погребенную тень из их мифов. Так что да, это было мне на руку. Я устроил встречу Аида с верховным жрецом Бахавасом, Гелис тоже там был. Так родилось затмение. Что угодно ради святого Меридиана. Аиду наплевать на Меридиан. И тебе тоже. Мы живем в мире мертвых городов и погибших племен. Но одним больше. Я был занят. Аид поручил мне соединить все визоры затмения в единую сеть. Ха. Интереснейшая задача. Особенно с учетом модификаций, которые я внес самостоятельно. Ну да, чтобы за ними следить. Да. У меня хватило глупости помогать Аиду, но я не был так глуп, чтобы доверять ему. Я встроил в сеть то, что звалось бэкдором у предтеч. Тайный доступ, благодаря которому я мог просматривать все каналы связи. Что же заставило тебя уйти? Уж явно не муки совести.
Я забеспокоился, когда увидел, что они воскрешают древние боевые машины, используя мой метод. Спросил Аида, зачем ему это? И было поздно. Увы. Я уже был отработанный материал. После того, как я завершил работу над сетью визоров, он призвал меня к себе. И немедленно отдал по сети приказ меня убить. Вот с тех пор я в бегах. А со мной как началось? Наш общий путь. Когда тебя нашел Олин? Обнаружена угроза системе? Такое не пропустишь. Приказ убить дикарку из племени Нора. Не мелковато ли цель? А потом я увидел на этой дикарке визор, и что она поразительно похожа на великого ученого древности. Гелис не медлил. Я решил, ты погибла. И вдруг сигнал твоего визора изнутри горы Нора. Чем больше я наблюдал за тобой, тем больше росла уверенность в твоей необычности и полезности. Ты могла помочь мне, наконец, раскрыть тайны мира. Я решил сделать все, чтобы помочь тебе достигнуть цели. Прочее, как говорили в древности, это история. Сколько же ты натворил в погоне за знаниями? Как же это глупо. Элой. Мне, в общем-то, нет дела до твоего мнения. С ума сойти. Я сделал, что смог. Ну а дальше задача уже твоя. Возьми мое копье. Прикрепи к нему блокиратор. Это будет устройство ввода. И останется только воткнуть это копье Аиду в башку? Именно. А, хорошо. Сайленс. Куда ты пойдешь? Туда, где не бывал. Столько всего надо узнать, пока не наступил конец света. А это все? А это я оставляю тебе. Как оказалось, все это твое. Ну а меня сюда не звали. Они идут. Приготовления завершены! О, светлый Бахавас, узри, как и было обещано. Что это за гигантская машина? Я никогда подобного не видел. Нет! Не приближайся, ты, Карха, в тени! Неверно! Склонитесь перед погребенной тенью! Погребенная тень? Я не понимаю. Понимал ли Роман Кошу, на что уселся на вершине пламени? Это же из Писания. Роман последовал за тенью, отброшенной шпилем. Туда, где был построен священный меридиан. И ты тоже последуешь за тенью. Я праведный человек, избранник солнца. Но в час нужды силы тьмы могут воплотить в жизнь то, что солнцу не под силу. Итак, вернешь ли ты нам то, что наше, о тени с пророчества? Требуется армия. Подчинитесь, и меридиан ваш. В нашем послушании не сомневайся. Я проделал долгий путь. Я услышал твое послание. Это ведь был ты? Сущность неизвестна. Мое имя Сайленс. А твое? Я думаю, ты не стал бы звать, если бы не хотел что-то получить. Ты позвал, я откликнулся. Скажешь мне свое имя? Аид. Тебя создали предтечи. Ты боевая машина. Вопрос временной период. Время? Сейчас правит 13-й король дома Солнца Карха.
Вопрос эхо. Давай лучше по порядку. Тебя создали предтечи? Интересно, сколько ты пролежал здесь, пока я тебя не нашел? И как долго тебе придется ждать кого-то другого? Очевидно, что ты очень могуч. Но без меня ты отсюда не сдвинешься. Титан просто оболочка для интеллекта. Вопрос эхо. Другой разговор. Задача выполнена. Да, сеть визоров работает. Все параметры соблюдены. Можешь сам убедиться. А я подожду. Но, смею напомнить, мне причитается награда. Квантовая обработка. Данные скомпилированы. Объем слишком велик для пересылки. Как не кстати для меня. Явись передо мной и получишь свою награду. Хорошо. Гелис, обнаружена угроза в затмении. Назови имя, Отень, и отступник умрет. Имя этой угрозы — Сайленс. Сайленс. Да. Истина, нашептанная ночью, хорошо видна днем. Он всегда был чужаком. Будет исполнено. Нужно сообщить Аваду, что затмение готовит атаку. После этой истории с Дервалом, я не сомневаюсь, что он защитит город. Но шпиль...
Вот эти зажимы удерживают броню на месте. Надо как-то включить механизм и снять эти зажимы. Осталось два. Еще один. Ну вот, последний. Все заработало. Теперь надо выстроить диски. Тут, наверное, какой-то код. Ну что ж, посмотрим, что это за доспехи. Отлично. Теперь посмотрим, что можно сделать с этим материалом. Thank you.
Это угощение от королевы Насади, малыши. Королева помнит о вас и помогает, чем может. Ешьте. Ну и домой своим принесите. Если есть кому. А я тебе наслышана. Гроза машин, острое копье, милые веснушки. Говорят, у тебя есть совесть. Так экстравагантно. А ты кто? Ты ведь явно не из Карха Тьмы. Меня зовут Ванаша. Пока тебе довольно знать, что я здесь глаз рассудка в настоящем водовороте безумия. Мне это знакомо. Не сомневаюсь. Как и у Тиду. Хороший человек. Конечно, Карха Тьмы хотят его убить. Я кое-что разузнала. Он идет на зеленый склон. Там охотники его очень быстро найдут. Хочешь ему помочь? Он был бы очень рад. Хватит увиливать. Скажи мне, кто ты? Не увиливать? Еще прикажи отключить природный шарм. Это невозможно. Но открою маленький секрет. У меня друзья в Меридиане. И я стараюсь помогать им по мере сил. Утит им пригодится, если выживет. Откуда знаешь, что он невиновен? Я умею наводить справки. В общем, он кормит сироты своего пайка и защищает больных и старых от всех посягательств. Обвинять его в покушении на Итамина — просто бред! Скорее, он увидел что-то, что не должен был видеть. Иначе Бахавас не приговорил бы такого уважаемого человека к смерти. А почему зеленый склон? Он знает, что его ищут. Поэтому будет искать знакомое место, которое сможет оборонить. А в тех холмах он когда-то в одиночку отбился от целой банды. Я думаю, он решит пойти протаренной тропой. Я сделаю, что смогу. Ну а ты-то сама? Что, а я-то? А ты-то что будешь делать? Всякие полезные вещи. Три мертвых дерева к востоку от закатной крепости, начало зеленого склона. Удачи. Следы ведут на этот гребень. Видимо, это и есть зеленый склон. Здесь следы обрываются. Дальше надо лезть.
Добралась. Где же ты прячешься, Утит? Объедки. Тут он выжидал, нет ли погони. Наверное, пошел дальше. Буду нагонять. Мертвая машина. Утит охотился. Все полезное он забрал. Наверное, Утит собирал детали для оружия. Опасность. В общем, ищут добычу. Все полезное он забрал. Утит завалил лиходея. Непростая добыча, но хорошие детали. Мертвые рыцари. Утит набрал деталей. Вторая будет в сердце. Утит? Охотница за головами? Ты же еще соплячка. Я не охотиться на тебя пришла. Ты ни в чем не виноват. Не виноват? Ха-ха. Ну ладно. Если это хитроумная западня, ты заслужила добычу. Никаких уловок. Честно. Хорошо. Говори. Что случилось в закатной крепости? На самом деле? Ну, слушай. Долго. Каждую ночь в палаточном городе кто-то умирал. Всегда во сне, без борьбы. Старики, больные, иногда дети. Те, кто не мог сражаться. Я не сразу понял, что их убирают. Но кто это делал? Сначала все думали, что злой дух. Но это был человек и тихий яд. Мы поймали его не сразу, но поймали и привели его Бахавасу на суд. Верховному жрецу? Это он назначил за тебя награду? Да. Он похвалил меня за рвение и велел стражам отпустить убийцу. Ясно? Потому что это был его слуга. На нас набросились. Надо было мне умереть там, с моими верными воинами. 20 лет я служу солнцу. И что? Я вижу лишь подлость. А честь, жертвенность, настоящая. Та, о которой ничего не знают жрецы. Ее здесь нет.
Если волнует честь, иди лучше к Карха Солнца. Они занудные, конечно, но хоть честные. Карха устраивали набеги на твое племя, на все окрестные племена. Такова была воля Солнца, и я подчинялся. Иные шли дальше, но, как и их капитан... Утит, не важно, что ты сделал. Не мне тебя судить. Но Карха Солнца изменились, и ты можешь. Возможно. Ават не понимает, что Солнце требует от своих воинов. Или понимает слишком хорошо. Ты прям как Марат безгрешный. Ты хороший человек. Но почему ты вообще служишь Карха Тьмы? Зачем? Ради Итамена. Ведь он же истинный король. Он же просто ребенок. Да. Итамен чистый лист. Он ничем не запятнан. Но его обманули. И нашу веру. Теперь я это вижу. В полдень не бывает тени. Небахавас опозорил мое имя. Я сделал это сам, служа ложному престолу. Я знаю, кто хочет тебя спасти. Это женщина, Ванаша. Но прежде тебя нужно вытащить. А ты кто? Вроде охотница, а приказы раздаешь как воин. Наемники. Думаешь, пришли объявить, что я невиновен? Зря ты покинул долину, Карха! Эти горы принадлежат нам, убийцам Кикука! Теперь от тебя даже слабого эха не останется! Ты вообще не заметал следов, будто нарочно хотел устроить зрелище. А тебя не проведешь. Помогите же мне! Давайте! Держитесь! На подходе еще один отряд! Не расслабляйся. Вперед! Остальные скоро будут! За вами, бойцы! Мы еще можем их добить! Последнее. За мной. У меня припрятаны стрелы. Нужно брать, пока можно. Залезай. Набирай все, что успеешь. Всегда приятно, когда жертва отчаянно обороняется.
Ну что, монстры? Мы привели сюда жреца, пора начинать зрелище! Его капюшон. У меня с Бахавасом есть разговор. Будет сложно. Боюсь, ты выбрала не ту сторону. Я не собираюсь сегодня умирать. Да? А я вот с утра собирался. Берегись! Слева! Вот и все монстры. Бахавас надеялся спрятаться за их спинами. Но теперь у нас есть шанс. Ты со мной? Будет непросто. У Бахаваса все еще есть охрана. Туда, и мы его настигнем. Тепла ждать не стоит. Я пришел за тобой сам. Прекратить твои страдания, Утит. И свои. Нас привели чужаки. Цену заломили. Хорошо, что мертвецам не надо платить. Но довольно слов. Перейдем к делу. Убрать их с глаз солнца. Потом с дикарки снять скалы. Еле скажу, что вы ее кровь обогрела кольцо сажется. Спину! Убейте предателя! И девчонку! Жалкой жизни. Сейчас достанем.
Сколько он тебе предложил? Плачу вдвое. Вчетверо. Нет. Мне все это надоело. Твоя ложь, твоя жестокость и твои благовония. Ты ведь сам себя не убьешь? Это было нужно. Убрать слабых, чтобы дать шанс всем остальным. Пустые слова. Может, солнце найдет каплю блага в твоих иссохших костях. Ну, вы устроили спектакль. Ты не торопилась. Занята была. Куда, по-твоему, делись изгои Яна? Еще один отряд наемников. И нужно было организовать доставку беглеца в Меридиан. Дай нам поговорить, Утит. О женском. Я поражена до глубины души. Надо же, хитрый Бахавас попался в свою же ловушку. Его смерть открыла нам новые горизонты. Юный Итаман и Насади, его мать, живут в закатной крепости, как заложники. Без Бахаваса про них на время забудут. Хочу их вытащить. Ты поможешь мне? Похитить короля Карха Тьмы не такая простая задача. Не похитить. Он готов идти в Меридиан добровольно. Откуда ты знаешь? Я была прислужницей у Насади. Она боится. За себя, конечно, но еще больше за Итамина. Что теперь будет с Утидом? Не бойся. Ты дала ему второй шанс, а я о нем позабочусь. Он отправится в Меридиан военным советником. Он поможет Аваду положить конец мятежу Карха Тьмы, пролив как можно меньше крови. А тебе-то они зачем? Итамином Карха Тьмы прикрываются. Без него они сразу же потеряют все основания притязать на власть. Итамин пока всего лишь малыш за мамкиной юбкой. Как ты сделал для меня фигурку жвачника из палочек? Не похоже, но мило. Никто никогда не дарил мне подарков. Что будет в крепости после смерти Бахаваса? О, там будет прекрасно! Жрецы в панике, подковерная борьба, склоки, дрязги, ножи в спину. Душа радуется. Но главное, они отвлекутся. Бахавас, твоя жизнь принесла столько несчастий, но твоя смерть – истинное благословение. А что нужно, чтобы вывести нас с Ади и Итамана? Из закатной крепости их теперь вывести несложно. Я смогу сама. Сложнее будет переправить через границу в Дом Солнца. На выжженном берегу найди трехпалого Хуадива. Его люди должны были расчистить нам путь. Так что просто иди туда и жди меня. Если путь тебе уже расчистили, зачем нужна я? На всякий случай, охотница. Что-нибудь сорвется, и тогда мне пригодится хороший воин. Ты. Ладно, я постараюсь.